Гюльшах. Эй, Аллах, помоги. Как я это господам объясню? Стража! Стража! На помощь! Стража! Нет, я не дам тебе убить меня. Афифе Хатун! Вставайте, Афифе Хатун! Что такое? Кирасага, почему ты вырываешься так сюда? Простите меня, но дело не терпит. Гюльшах Хатун нет. Она сбежала из темницы. Да что ты такое говоришь? Как сбежала? Я и сам не знаю. Я в темницу пошел, а там и нет никого. О, Аллах всемогущий. Ты ступай, обыщи здесь каждый угол. Найди ее, где бы она ни была. Госпожа, как вы? Не бойтесь. Все кончено. Я рядом. Госпожа... Афифе Хатун, где тебя носит? Если бы не мы, госпожа была бы уже мертва! Простите, но я... Помоги же мне. Надо увезти госпожу отсюда. Быстрее. Госпожа... Что вы стоите, как истуканы? Позовите лекаря! Осторожно. Что там за шум? Тише. Что, что, что? Тише, замолчите. Не знаю, не вижу ничего. Да что там? Нет, тише. Где? Что там? Хатиша. Закройте дверь, закройте дверь. Выпейте, вам станет легче, госпожа. Спасибо. Как мои дети? Они не проснулись? Не волнуйтесь, моя госпожа. Я была в их покоях. Они спят, как ангелочки. Госпожа! Как вы? Жива. Нам только что сказали. Что же произошло? Почему лекаря не позвали? Не беспокойтесь. Мы все сделали. Опасность миновала. Ах ты, змея! Что тебе госпожа сделала? Госпожа, прошу вас, успокойтесь. Хатиджа Султан и так многое сегодня пережила.
Гюльшах весь страх потеряла. Я убью ее! Не утруждай себя. Нигер Калфа уже сделала это за тебя. Одна она сбежать из темницы не смогла бы. У нее явно был помощник. Вот и подумай, простофиля. Шахзаде из тебя за все спросит. Ты же отвечал за Гюльшах. Эх, Аллах, и зачем я вообще сюда приехал? Каждый день что-то случается. Клянусь, уеду в Трабзон, домой. По крайней мере, голова цела будет. Вперед! Хоть в ад отправляйся с катертью дорожка. Не стойте без дела, помогите им. Чего вы смотрите? Живо, живо! Позовите кого-нибудь, чтобы прибрали здесь все. Афифе Хатун, что ты стоишь? Шахзаде нужно сообщить. Госпожа? Нет, уже поздно. Не надо его беспокоить. Мне лучше. Очень хорошо, госпожа. Аллах уберег вас. Не печальтесь, я вам помогу. И Шахзаде сделает все необходимое. Тот, кто стоит за этим, обязательно понесет строгое наказание. Госпожа сегодня очень сильно утомилась. Она пережила тяжелую ночь. Ей нужно спать. Ты бы лучше замолчала. Гюльшах была твоей рабыней. А может быть, ты ее туда подослала? И поэтому Гюльшах мертва? К тому же госпожа жива благодаря нам. Нигер мне сообщила. Гюльшах направилась к госпоже, и она увидела ее. Слава Аллаху, мы вовремя подоспели. С чего Гюльшах идти на такое без твоего приказания? Видимо, решила передо мной выслужиться. Она же сидела в темнице. И там сошла с ума. И напомни, чьей рабыней она раньше была? И за что ты ее выгнала? За жестокость. Вот именно. И поэтому ты ее у себя держала. Да, ты права. Чтобы тебя позлить. К тому же, ты взяла Фатьму к себе на службу. Я не верю тебе. Ты лжешь. Хватит! Перестаньте! Не вмешивайтесь. Вся правда обязательно выяснится. Как и всегда. А пока мне пора спать. Согласна. Прошу вас, идемте ко мне, госпожа. Выспитесь. Госпожа, если хотите остаться здесь, я уйду в покой Мехримах. Не нужно. Но будьте осторожны. Фирузе пойдет с вами. Ее исцеляющие руки вас успокоят. Гюльшах. Она умерла. Я нисколько не удивлена. Наконец воздал Аллах по заслугам. Слушайте меня. На носу зарубите себе, что я скажу, и вздор не болтайте. Гюльшах это! На жизнь Хатидже Султан покушалась! Почему? Что же это правда? Как же так? Но, к счастью, Нигер Хатун вовремя подоспела и спасла госпожу, слава Аллаху! Слава Аллаху! Замолчите! Хватит! Пошли все спать. Ложитесь. Поздно уже. Идите. Что скажешь, Фатьма? Аллах так пожелал. Возможно, кое-кто избавился от нее. Ведь она Фирузе видела. А Нигер там откуда взялась? Это мне пока непонятно. Что бы ты ни задумала, все напрасно. Гюльшах еще легко отделалась. Госпожа. Не волнуйтесь.
Никаких улик я за собой не оставила. Избавились мы от нее, как вы и приказали. Ты за кого меня принимаешь, Нигера? Почему ты так долго не вмешивалась? Чего выжидала? Она чуть не убила ее! Госпожа, я... Ты ведь этого и хотела? Ты жаждала ее смерти. Как бы славно ты ей сегодня отомстила. Хоть и Дже мертва, а Гюльшах мертва. А меня потом обвинили бы в их смерти. Хорошо, что я решила последить за тобой. Нет, госпожа, что вы. Я и не думала вас предавать. Но поймите, хотя Дже Султан убила моего ребенка, когда я наблюдала за всем из коридора, лишь одно было у меня в голове. Мой ребенок. На нем никакого греха не было. Но она не пощадила его. Даже разочек я не смогла приласкать его. Поцеловать, обнять, прижать к груди. Я понимаю твою боль, Нигер. Поэтому я и решила пойти за тобой. Хоть и Дже Султан столько зла тебе сделала, ты бы с радостью увидела ее смерть. Успокойся, Нигер, ты должна взять себя в руки. Поход завершится, Ибрагим Паша вернется. Ты должна быть здесь. Паша не забыл тебя. Если у Хатидже Султан ты его уведешь, это будет самой лучшей местью. Ты поняла меня, Нигер? Нигер. Госпожа, я хорошо знаю Гюльшах. Она на все была способна, но это даже для нее слишком. Она и приблизиться к вам боялась, не то что напасть. Это Хюрем виновата. Гюльшах умерла, Махидевран. Она бы не стала жертвовать своей жизнью. К тому же на Хюрем все сразу подумали бы, зачем ей себя так подставлять. А Нигер там случайно оказалась? Если бы она могла, она бы госпожу сама задушила. Зачем ей помогать? Хюрем приказала. Конечно, не потому, что она так любит госпожу, а чтобы на нее не подумали. А ты что скажешь, Фирузе? Ты же ближе всех к Хюрем из всех нас. Вся правда неизвестна мне. Но Хюрем Султан не хотела вас убивать, это я знаю. Почему ты так уверена в этом? Дело в том, что сейчас она хочет убить только меня. Я правильно понял, Хатун. Она сама сбежала из темницы и проникла в покои госпожи. Думаешь, я поверю? Я рассказала вам все, как знаю, Шехзаде. К сожалению, ничего другого я сказать не могу. У меня нет доказательств. А где была стража и все рабыни? Где они были? Это мне неизвестно. Они перекладывают вину друг на друга. Ты никого не должна жалеть, Афифе Хатун. Накажи самым суровым образом всех, кто к этому причастен. Я выполню ваше повеление, Шехзаде. Госпожа, вы хотели меня видеть? Да, хотела. Подойди. Ты спасла мне жизнь вчера. Махидевран считает, что все это было подстроено. Не скрою. Я допускаю, что Хюрем действительно может стоять за этим покушением. У вас действительно есть много причин так полагать. Но это неправда. Поверьте мне. Почему я должна тебе верить? Ты столько лет плела интриги за моей спиной. Ты предала меня. Ты об этом помнишь? Я заплатила самую высокую цену за свои ошибки. Всевышний покарал меня, отняв у меня ребенка.
Я думала, ты меня винишь за ребенка. Я это сказала от боли и злобы, госпожа. Вы сама мать. Вы тоже однажды потеряли ребенка. Я знаю, вы никогда не причините боли малышу. Я не прошу простить меня. Но знаете, я покончила с прошлым. Мне хочется забыть все. Что было, то было. Я думаю о настоящем. А как же Хюре? Столько всего между вами произошло, а ты все так же ей прислуживаешь. Я уже никому не служу, госпожа. И Хюрем Султан тем более. Я усвоила урок, и я думаю о себе. Я ни капли тебе не верю, это ложь. Если бы Хюрем Султан была моей госпожой, Фирузе уже давно не было бы в живых. Госпожа, Шахзаде уснул уже. Позвольте, я Мехримах Султан спою сегодня колыбельную. Ладно. Фирузе. Меня госпожа обсуждала вчера? Что они говорили обо мне? Хатиджи Султан очень устала. Она не захотела ни о чем говорить вчера. Что ж, хорошо. Госпожа тебя любит. А ты очень за нее переживаешь. Госпожа, если я провинилась в чем-то, простите. Нет. Поэтому я тобой так довольна, Фирузе. У тебя добрая душа и очень доброе лицо. Веселье, счастье – это твое. Ты очень хорошая. Ко всем относишься состраданием, всем помогаешь. Но в твоих глазах такая тоска. И причина ее мне пока неизвестна. Возможно, тебя гложет что-то из прошлого. Госпожа. Да-да. Этим ты мне напоминаешь одну девушку, которую я знала когда-то давно. Она была молода. Она была невинна. Вот только ее оторвали от дома. Увезли с родной земли. И доставили сюда. Это не так. Глаза могут обманывать, госпожа. Госпожа. Фирузе Хатун, что это ты здесь делаешь? Мехримах Султан тебя ждет. Госпожа. Госпожа, мы избавились от этой беды по имени Гюльшах, но ту девушку мы так и не нашли. О ком ты говоришь? Я о той змее, которая была в покоях повелителя. Зачем ты мне о ней напоминаешь? Кто тебе о ней рассказал? Говори, как ты узнала о Фирузе? Это не важно, госпожа. Только не шантажируй меня, Фирузе, Нигер. Ты даже и рта не успеешь открыть. Я не угрожаю вам, госпожа. Я же сказала. Я теперь переживаю только за себя. Госпожа, как вы? Жива, Шахзаде.
Твоя судьба будет решена, когда повелитель вернется из похода. Можешь идти. Госпожа, все, кто допустил оплошность, наказаны. Отныне никто не посмеет огорчить вас. Я не позволю это. Я знаю, Шахзаде. Знаю. Когда я уезжал, думал, что никогда больше не увижу тебя. Я благодарю Всевышнего. Он позволил мне вновь встретиться с моей несравненной возлюбленной. Папа! Папа! Хуриджихан, Осман. Как же вы выросли за это время? Я так соскучилась. И я тоже. Какой же ты красавицей стала? Ты все больше похожа на твою маму. Осман. Почему ты не приезжал? Мама так плакала, грустила. Я уже здесь, сынок. Здесь.
и как? Они идут мне? Вы сверкаете, словно солнце. Своей красотой вы всех затмите. Спасибо, Фирузе. Все благодаря тебе. Ты тоже сегодня очень красива. Поторопимся. Папа скоро приедет. Мехримах Султан, минутку. Вы забыли кое-что? Да, поспешим. Вы ждали этого так долго. Потерпите еще минутку. Не могу. Соскучилась. Фирузе, идем. Ты тоже со мной пойдешь? Дорогу! Шехзаде Мехмед Хазрет Лири! А ну-ка, посмотрели и хватит. На место все. Мехримах, какая ты красивая. Как обычно. Но ты тоже очень хорош. Гарем не сводит с тебя глаз? Не только гарем. Шехзаде весь мир может покорить. Пойдем вместе. Мустафа скоро должен уехать. Ну, наконец-то. Махидевран Султан уедет. Меня это больше всего радует. Дорогу! Султан Сулейман Хан Хазрет Лири и Шехзаде Мустафа Хазрет Лири! Мехримах. Месяц мой, солнце. Стой, я на тебя посмотрю. Какая красавица. Я скучала очень. Мехмед. Повелитель, с приездом. Какой ты стал взрослый. Сынок мой. Я же говорил вам, что вас ждет сюрприз. Так и есть, ты был прав. С приездом, повелитель. Благодарю. Есть еще один человек, который сильно скучал по вам. Наша мама. Давайте не будем заставлять ее ждать. Хатидже.
Оставь меня. Хатидже Султан не придет поприветствовать повелителя? Она у себя. Ведь Брагим Паша тоже вернулся. Ну, конечно. Зачем ей любимый брат? Ты за себя переживай. Уверена, эту ночь повелитель проведет со своей фавориткой. Ее уже тоже привезли сюда? Она отсюда не уезжала. И... Ну, тогда готовьтесь всю ночь просидеть за разговорами и сплетнями. Дорогу! Султан Сулейман Хан Хазретлири! Повелитель моего сердца здесь. Для меня быть не может большего счастья, чем увидеть вас. Мы рады вам. Повелитель, у меня для вас новость. Мустафа скоро станет отцом. Его фаворитка Фатима беременна. Иншалла, скоро еще один шахзаде будет у вас. Мустафа сказал мне. Я его уже поздравил. Гюльфэм. С приездом, повелитель. Шахзаде. Как ты? Не беспокоит тебя? Как бы мне хотелось обнять нашего ребенка. Когда мы поедем в Манису? Нужно готовиться. Через пару дней выезжаем. Селим. Баязет. Мои любимые шахзаде. Я много занимался, папа. Я на саблях уже побеждаю Селима. Нет, повелитель, это он выдумывает. Джихангир. Славный шахзаде.